на закрытии международной недели моды Aesthet Fashion Genesis Fashion концертной программы. Я с удовольствием приглашаю на эту сцену экс-фэмистку группы Ассорти, основательницу модельной студии, певицу и модель Марину Дрожжину. Настоящим украшением Aesthet Fashion Week потрясающе пели. Хотелось бы поздравить с таким потрясающим выступлением. Расскажите, кому посвящена эта песня и кто ее написал? Написал эту песню ведущая светских вечеринок и мероприятий, просто красивая девушка. Я с ней недавно только познакомилась, и я поняла, что красота из нее просто и внешне выливается, так скажем. И получается, что вот такая песня родилась, Miss Fashion Ксения Бардо. Посвящена она, я считаю, всем девушкам, которые стесняются быть красивыми, стесняются ходить по подиуму. Я поэтому говорю, что в этой песне как раз слова есть: иди, все лучшее впереди. Ну, просто надо встать и начать действовать, и все пойдет к тебе. Какие эмоции вы сейчас испытываете после вот данного шоу и, ну, в принципе, от организации данного мероприятия? Я давно знакома с президентом ювелирного дома Aesthet Гагиком Гургеновичем, и здесь уже, я не знаю, который год я участвую во всех показах, а в этом году тем более уже, нет, даже с того года уже участвует моя модельная студия. Я вот сказала даже об этом на сцене, что здесь более уютно, более как-то, не знаю, вот, ну, по-домашнему не сказать так, но ты здесь не так напряженно себя чувствуешь, как, наверное, на других вот показах мод, потому что здесь, ну, не знаю, я даже не знаю, как это объяснить. Вот ты выходишь, и нет какого-то волнения такого, что сейчас тебя не примут, закидают помидоры или еще что-то. То есть все время такой благодарный слушатель. Ну, наверное, этот Aesthet дом ювелирный, он по-другому, наверное, и не принимает. Спасибо большое. А планируете ли вы и дальше участвовать в Aesthet Fashion Week? В качестве модели или... Я в качестве модели здесь постоянно участвую тоже. Я же говорю, и мои дети участвуют, ну, дети, ученики, и я. Поэтому вы меня не уговорите сюда не приезжать. Хорошо. И буквально финальный вопрос. Вот сейчас мода, она очень многогранная и широкоплановая. Как вы считаете, для кого мода вот сейчас? Мода всегда для тех, кто хочет, мне кажется, выделиться чем-то. Потому что есть дизайнеры, которые шьют на обычных людей, которые могут ходить на работу, там, в кафе с подружками. А есть дизайнеры, которые, вот как, допустим, на мне, да, Софи Страката, она делает и для, как бы, вот, обычной жизни, и на сцену. Вот я просто в нее влюбилась, я тоже с ней очень давно дружу и просто слежу за ее творчеством. Каждый раз что-то новое, спасибо, каждый раз что-то новое, и действительно на сцене ты выглядишь... Не то, что даже изюминка, а эксклюзивно. То есть такого ни у кого нет. Вот этот костюм, он еще даже вообще не появился нигде. Я просто вырвала у нее из рук, говорю, я... Тем более он очень подходит под песню «Miss Fashion». И, ну, я считаю, что я полностью совпала с образом песни. И желаю всем девчонкам, которые стесняются, приходите ко мне в модельную студию. Мы с вами будем везде участвовать и танцевать, и петь, наверное, и быть красивыми. Спасибо большое. Спасибо. Специально для Fashion Concert.